Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться своими рисунками. Мой первый, так скажем, скетчбук или первый творческий блокнот закончен полностью. Вот. Итак, остановились мы вот на этом месте. Получается, вот это вот последнее было. Это просто девушка какая-то рандомная. Лицо мне не нравится, потому что глаз слишком низко, надо его поднять повыше и, естественно, нос повыше поднять. Короче, лицо не нравится, а вот волосы вроде получились неплохо. Но с пропорциями тела тоже вроде неплохо, но не мне судить, я не профессиональный художник вообще. Так, дальше. Это просто акварелью какой-то рисунок. Дальше я посмотрела фильмы о вселенной, о звездах, о объектах различных. И вот захотелось вот нарисовать что-то подобное и написала несколько фактов об этом. Дальше. Ну, это быстрое. Как быстрое? Просто зарисовка карандашом. Взяла синий красный карандаш и решила, вот захотелось порисовать мне. Здесь аналогичное. Здесь руки ужасные, ну вот это вот точно, здесь просто голова. Дальше, вот эта девушка у меня идет аж с середины блокнота, по-моему, не ошибаюсь. Да, вот она, первый раз я ее нарисовала, захотелось мне нарисовать. Дальше, потом она у меня повторяется. Вот здесь уже я ее перерисовывала. Так, также вот он, здесь он у меня. И ну, здесь лицо не получилось. Вообще лицо ужасно, и волосы слишком длинные, по-моему, получились. Вот, и здесь что-то захотелось мне нарисовать ее вот в таком образе. Так, дальше. Это она же. Купается, поэтому у нее волосы уже опустились ниже. Немножко уши кривоваты, но ничего страшного. Дальше. Так, это просто что-то у меня заклеить решила я. Это она же. Здесь слишком большие глаза. Надо было сделать их чуть меньше. И было вроде бы, стало бы неплохо. А здесь я просто решила попробовать порисовать разные лица, и мужские, и женские, вот какие в голову просто приходили. Здесь я решила продолжить тему с той же девушкой. Вот это будет ее друг, спутник, помощник, наверное, не знаю, хочется мне. Я очень мало рисую именно вот парней, мужчин, и поэтому решила немножечко потренироваться порисовать их. Вот, это его вид со спины, а это в наброске в красном карандаше. Так, и последняя здесь страничка, это уже как он выглядит не со спины. Вот, ну и решила ее здесь уже нарисовать, как бы он думает о ней, так скажем. Вот, дальше, ну здесь у меня всякие черкушки были, здесь аналогичная. Все, на этом блокнотик закончился. Вот. Ставила здесь окончание. То есть ровно вот я его вела. Не всегда, конечно, удавалось порисовать, но вот. И у меня есть еще один блокнотик. У него такая вот бумага интересная. Никогда не рисовала, он такой. Вот, это мой будет второй блокнотик. Здесь рисунков не так много. Первое, что я сделала, это вот такой вот, вот такую рамочку котенку этому. И написала, что начат когда. Начала я его в 2015 году. То есть купила его и несколько сделала рисунков. В частности, вот этот и там еще три. Вот. Первый здесь рисунок, такая вот безликая девушка,
здесь просто что-то захотелось мне вот такого. Одежда ужасно получилась вообще. Да и может рисунок здесь. Так, ну и вот этот рисунок, это была срисовка с картинки из интернета. Правда, я немножечко в зеркальном виде ее сделала. Вот. И получилось вот таким образом. Все. Здесь 50 листов, так что буду рисовать дальше. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!